Привет, уважаемый друг! Жиры оказались связаны с более низким риском общей смертности и инсульта. В Мюнхене завершился конгресс Европейского кардиологического общества, на котором были обнародованы результаты ряда крупных исследований, опровергающие сложившиеся представления о вредности некоторых продуктов. В частности, ученые получили доказательства пользы от употребления жира и мяса. В частности, авторы одного из исследований пытались уточнить структуру такого типа питания, который бы способствовал поддержанию здоровья сердца, а также долголетию. Участниками их эксперимента стали 218 тысяч человек из более чем 50 стран. Изучение особенностей рационов питания подтвердило, что регулярное употребление фруктов, овощей и бобовых уменьшает вероятность преждевременной смерти. Но в то же время ученые получили неожиданные результаты. Вопреки тому, что считалось ранее, жиры оказались связаны с более низким риском общей смертности и инсульта, рассказал об этом участник конгресса, врач-кардиолог Юрий Васюк. Сделали исследователи и другую парадоксальную находку. Авторы данного исследования смогли убедиться в том, что молочные продукты и блюда из необработанного мяса были связаны с меньшим риском смертности. В свою очередь, специалисты исследовательского проекта Ascent, которые более 7 лет наблюдали за 15480 пациентами, сделали разоблачающие заключения по поводу полезности омега-3 жирных кислот. В этом исследовании были получены убедительные доказательства того, что при диабете какая-либо явная польза омега-3 жирных кислот отсутствует. Полученные в новых исследованиях данные ученые оценивают как очень важные и серьезные. По их мнению, эти находки влияют на официальные рекомендации врачей. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.